постпред России при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности в декабре 2016 года. Мне не хотелось бы напоминать западной тройке, которая собрала сегодняшнее заседание и повела ее на повышенных тонах, о той роли, которую они сыграли, кстати, в возникновении ИГИЛ в результате американо-английского вторжения в Ирак. Не хочу напоминать о той роли, которую сыграли эти три страны в раскручивании сирийского кризиса, который привел к таким тяжелейшим последствиям и дал разгуляться на территории как Сирии, Ирака террористическим организациям. Но мне особенно странным, конечно же, показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которая построила свое выступление, как будто она мать Тереза. Вы вспомните, какую страну вы представляете. Вспомните послужной список своей страны. И потом уже начинаете рассуждать с позицией морального или какого-то другого превосходства. Трудности перевода на Коммерсант-ФМ.